Девочки, вот в другом расцветке уже чуть светлее пойдет. Вот самая маленькая на меня я оставила. И чуть до 60 размера все есть. Очень мягкая, ничего лишнего. Аккуратная модель, классическая. Даже вот эти места, как русская красавица, как-то называется она. Интересно, ничего лишнего. Колени не видны, солидная, аккуратная. Девочки, кто ждал хлопок? Вот что такое хлопок. Одно удовольствие его носить. Реально, прям рукой почувствуете на себе. А цветовая гамма, какая хотите, голубая, светлая, светло-коричневая. Смотрите, какие хорошенькие, легкие трусики. Удобные трусики, тоже цветовая есть. Черном, сером, вот как коричневом. Такие хорошенькие, между прочим. И взяли одну модель, вот такую прелесть. Чуть-чуть завышено, просто их на теле не чувствуешь. Тоже цветные идут, в зеленом, их в черном нету, девочки, в коричневом, в зеленом, и их модели очень удобные. Ох, хочется просто трогать и еще трогать. Чуть-чуть худеньким, да даже девочкам хорошо, вот подросткам они хорошо сядут. Кто хочет для своих детей хорошие трусики, пожалуйста, девочки, не пожалеете. Девочки, мы еще получили от Victoria's Secret последний дизайн, последний и оригинал. Вот такой прям со швом она приподнимает очень хорошо грудь. И мы его в черном взяли и в красном цвете. Уже у них другая идет, именно вот лямы имею в виду. И я не забываю моих крупногрудастым девочкам, пухленьким. Мы взяли с нитками в черном и вот таком ярком цвете розовом. Тоже с нитками она идет. Потом мы взяли приподнимающий стиль, очень аккуратную, черно с красным, вот такими рюшечками здесь. Тоже хорошо придумано. И в черном взяли. И, как всегда, наши удобные модели в черном и черный в красном. А такая красота моим пухленьким главное. Девочки мои милые, мы получили вот такие пижамки сегодня. Смотрите, какие же они хорошие. И еще, девочки, чуть-чуть плотнее, как я человеку, мы получили вот такие классные. Смотрите, какое качество. Изнутри как будто буковки. Такое добротное качество. Пижаму в черную и черное в белом. Смотрите, какая интересная. И шортики взяли. Такие все. Ой-ой-ой-ой-ой. Шортики хорошенькие. Смотрите, хоть по дому носи их. У кого, например, есть возможность. И один вид мы взяли вот такой пеньюар с халатиком, звездную магию. Так что, мои девочки, мы ждем вас. Все. И мои пухленькие, такой сумасшедший выбор. Хлопок с ажуром мы взяли. Фиолетово, в черном. Вот их взяли, их тоже в черном, красно с черным, стринги взяли тоже пухленьким моим девочкам. Смотрите, какие классные модели. Хорошая модель, между прочим, и в черном тоже взяли. Чуть худеньким взяли вот эти модели. Тоже очень хорошо, она легко одевается. Еще один модель взяли от них. Вот такая тоже, зелененькая. Бесшовные модели. Тоже пухленьким стирай, одевай. В черном тоже мы взяли, между прочим. И вот эту модель взяли. Смотрите, какие хорошенькие. Она у нас и в черном. Бесшовные стринги. Беж, белый, черный. А упитанным какие расцветки интересные. Смотрите. А-ля-ля. Вот она. Смотрите, все расцветки. И вот в таком, и чисто в черном взяли, да, получается, они. И вот так, сердечко с этим. Вот четыре расцветки. Потом взяли вот такие интересные завышенные бесшовные трусики. Не маленькие, а вот именно завышенным. Цветовая гамма есть в черном, в красном. Очень удобных большие размеры трусиков выбор. Бесшовных трусиков выбор. Черных трусов выбор. Сегодня, говорю же, сумасшедший выбор. Именно огромный ассортимент трусов. Девочки мои, сегодня мы получили Турцию. Хорошие пеньюарчики. Вот они, виды идут.
Вот, вживую. Сейчас мы вам их покажем. Вот она. Какая легкая, аккуратненькая, нежная. Вот она. Смотрите, какой расцветок хорошенький. Все в один в один. Вот она. Смотрите, какие хорошенькие модели. Очень аккуратные. К лету хорошо, очень легко будет. А ну, смотрите, какой горошек любимый. Все, что хотите. Девочки, мы сейчас получили хорошие большие размеры панталон, именно к лету, очень-очень легкая. Размерный ряд начинается с моих упитанных девочек и чуть-чуть худеньким, дышащие качества, именно летние варианты. И халатки тоже мы взяли, кто просто хотел, бывает же, чтобы между ног не обтирался туда-сюда, недорогие варианты, но очень хорошего качества. Еще такой вид трусиков, вот она, просто бесшовные, легкие, недорогие трусики. Еще один вид панталонов, не такие большие, а вот средние, да, получается, чуть худее меня, качество обалденное. И вот цветовая гамма у нас, получается, вот такие, и чуть бежевым тоже, очень тоже хорошего, добротного качества. На синий хочу, взяли подъюбник белого цвета. И турецкие майки стирай, одевай. Коричнево. Вот смотрите, как хорошо и прям от души стоит. И любители тигра. Тоже полупоролон. Внутри губка хорошая, интересно, гелевый. Приподнимает грудь. Любитель именно тигровых моделей. Черные. Приподнимающие тоже 3D пушап. Большой пушап, очень добротного качества. И боковая тоже, тоже хорошо так придумано. Трусики, смотрите, бесподобные. Не маленькие размеры, как все думают. Реально, они очень хорошо до супера идут. Вот тоже 3D пушап. Внутри хорошие модели. А ну-ка. Вот 3D пушап. Любители мои тоже в черном, фиолетовом.